представим автора. Автор и организатор проекта Вита Александр Готфрид, визажист. Визажист и преподаватель школы профессионального макияжа Феликса Штейна. Чемпионка Израиля по макияжу 2012. Кратенько скажу два слова перед тем, как Витя передал микрофон. Итак, картами интересовалась во все времена до наших дней. С помощью карт пыталась предсказывать будущее, настоящее и прошлое. Каждая карта имеет свой смысловой посыл и некую визуализацию образа. Она нашла своих королей и дам. Среди героев нашего времени. Вот неожиданность. А мы теперь герои нашего времени. Добрый вечер еще раз, дамы и господа. Я нервничаю, вы меня за это простите. Я рада вас всех здесь видеть. На самом деле, мне очень приятно, что здесь присутствуют мои друзья, родители и близкие друзья. И просто люди, которые меня совершенно не знают, пришли посмотреть, оценить. Я все забыла. Ну, вы, как бы, посмотрев работы, увидели сами смысл, что это карты. Да, все так, то, что сказал Эдик. Своих моделей я именно, вернее, знаю этих людей, они сами распределили для себя ту или иную мазь. А взяла я их узнаваемых вами, потому что вы должны будете теперь судить, угадала я или нет. Скажем, что Влад Зерницкий — это именно червовый король, это некий чеширский кот, вселенская любовь. Крестовый король — человек, путешествующий по миру, творческий человек, и да, Ник таким является, это известный танцор. Бубновый король — Эдик Львов, сам по себе король, человек махинатор. То есть человек, который крутит финансами. В данном случае Эдик крутит людьми, Эдик крутит вообще. Он, скажем так, непростой человек. И финансы под романс. Да. И у нас остался еще король. Леша Штукин, Бекор. На самом деле, как бы увидев этого человека, глубину его взгляда, печаль в его глазах и брутальность мужской красоты, это безусловно, был пиковый король. Поэтому сами герои себя, скажем так, нашли. Дамы в моем проекте, они статичны, они просто дамы, они украшения всего, они украшения двора, они украшения мужчин. В данном случае они неподвижны и олицетворяют собой просто женскую красоту. Вальты, некий необычный образ вальты – это мысли королей. В данном случае я позволила себе, да простят меня мои короли, выразить таким образом их внутреннюю мечту. Скажем, пиковый валет, обрезающий нити, ни в коем мере не связан с кукловодством, что его кто-то ведет. Нет, это наоборот некие путы, некие условности в жизни. И мне кажется, что Леша, в данном случае мой пиковый король, он мечтает в глубине души освободиться от всего и поступить так, как ему хочется, и делать то, что он хочет. Ну, в общем, как бы, не знаю, все перед вами. Но я теперь хочу сказать, что мои задумки — это прекрасно, но без фотографов, естественно, этого бы не было. Подойдите, пожалуйста, ко мне ближе. Мои фотографы в этом проекте — это мои друзья Марк Павлович, Эдуард Штерн. Я, к сожалению, не вижу Леона Соколецкого, видимо, показать нам, кто есть друг, а кто есть не друг. Мы как были дружной большой семьей, вот все мы здесь сейчас стоящие, так мы ею и остались, несмотря ни на что. А то, что должно было отсеяться, скажем, оно отсеялось. И его нет теперь среди нас ни в жизни, ни даже сегодня некоторые не пришли. Ну да ладно. Но самое интересное, что на этом проекте я встретила любовь. Я могу сказать, что сегодня удивительный вечер, потому что
Вита уникальная девушка. Я в этом сегодня убедился, думаю, что все сейчас меня поддержат. Только вот так можно было на свою помолвку собрать такой бомон. Ну, и сейчас давайте, наверное, перейдем к самому главному. Вы знаете, перед тем, как мы сыграем в лотерею, все-таки здесь присутствуют модели. И давайте мы пару слов дадим моделям. Я прошу, пожалуйста, Влад Зерницкий, Анна Резникова. Анна, сейчас, где вы здесь? Пожалуйста, можно вас сюда? Влад, пожалуйста. Вита, хочешь, пожалуйста? Вот, пожалуйста, можно вас, пожалуйста? Пожалуйста, пожалуйста. Дамы и господа, ну, Влада Зерницкого знаете, в общем, представлять не нужно, все-таки я же скажу, да? Административный директор Первого радио, популярный ведущий. Алло, Брэн, директор коммерческий? Какой директор? Не представляю. Не представляю. Значит, композитор! Это правильно? Правильно. И певец. Правильно? Правильно. Очень скромный человек. Влад Зерницкий. Ура! Давайте, аплодисменты. Так. Сейчас будет легче. Вот здесь мне легче. Здесь легче. Звезда российской израильской эстрады Анна Резникова. Популярнейшая ведущая, несущая нам здоровый образ жизни. Аня. С 9 канала. Вот она там вся целуется, вся в овациях. Анна Шац. Так. Ну, в общем, все. Всех, кто сегодня нашел время и пришел отблагодарить Виту, уделить ей внимание, потому что, я так понимаю, в ее творческой карьере это первый проект, когда она выставляет себя на общественный суд. И я понимаю, как это волнительно, важно и тяжело собрать людей, сделать работу. Что касается нас, мы, в принципе, выполнили достаточно простую задачу. Нам сказали, ты будешь таким-то конкретным королем, дамой, конкретной картой. И, в общем-то, установка, мне кажется, выполнена. Вот как в армии офицер-солдат. Или, может быть, использовать других людей, уже не Резникова, Зерницкого. Потому что очень много талантливых, а еще больше красивых людей в нашей стране. Вот. Да? Все. Тем более, у которых и прическа попышнее, ты же понимаешь. Спасибо. Вам и всем Наташам присутствующим моментам. От группы, а вы друг другу передавайте, там, в понедельник кто-нибудь. Я радуюсь. Я никогда не завидую, я радуюсь. Будьте счастливы, просто. Нет, рука еще лучше. Окей, меня зовут Град, я с сайта Телеком подготавливаю для Виты графические изображения для непосредственно для пригласительных. Но это не самое главное. Самое главное то, что вы прониклись идеей Виты, которая воплотила все это в реальность. Потрясающие фотографии, потрясающие люди собрались сегодня. Все очень классно. И самое главное, что идея, которая, я думаю, что Вита ее вынашивала с самого детства. И она себе воплотить смогла. Для многих это будет являться примером. Примером. Следуйте, люди, примеру Виты, которая внутри себя зародила идею и смогла воплотить ее. И воплотила она ее на 102%. Спасибо большое всем. Меня зовут Ираклий. Это выставка Виты. Вот такая.